Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в темнолочку на Серадмир Олиплей 4 серию. В них есть легенда о футболе, не забывайте вводить мани по регистрации. И также специально для моих подписчиков есть промокод. Пишите вот такую команду MN, потом выбираете 10 пункт промокод и пишите вот такой промокод KGAME. И как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Обязательно используйте мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня снова серичка. В принципе, сегодня, я думаю, нужно получить номера на мотоцикл и устроить мотопокатушки, там всякие трюки попробуем сделать с нашим сельским таким дедом. Я, кстати, забрал бонусы, забрал бонус за то, что пригласил игрока, и за то, что там какой-то промокод выдел. Поэтому бабочки есть у нас. Живем, пацаны, все еще живем. Ну что ж, думаю, не будем тянуть, погнали. Так, что-то немножко не сходится. Сейчас у нас 10:30 утра или дня, не утра, скорее всего, да. И почему-то темно. Вроде бы никакого обновления с Хэллоуином на Радмире не было, либо я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Так, мультик мой целый, слава богу. Блин, я хочу на него какие-то номера прикольные получить, возможно, какой-то блат. Хотя на Радмире вроде бы не особо блат ценится, но все же, было бы прикольно. Итак, вот я уже доехал до здания ДПС, где мы сможем получить номера. Давайте вот здесь припаркуемся, так аккуратненько. Так, выключаем фары. Мотик я вроде бы закрыл, и все, можем идти. Получить номера, подать заявление об угоне. Ну блин, я не интересно вообще этим кто-то пользуется или нет. Да, 5000 номера стоят и АОВ. Ну такое себе на самом деле. Если было бы, ну хотя блин, цифры такие неплохие, если бы еще буквы были нормальные, было бы вообще заебись. АОВ 887. Так, я приехал на Бурынок, давайте посмотрим, что здесь продается. Этот Мерседес такой классный, я помню, тест-драйв снимал, C63S называется он, да. Гелик, у меня он был, в принципе, да, Rolls-Royce. Ну, классная тачка, но не по карману. Так, 6x6, потом GTR здесь есть и снова C63S. Ну, ладно, в принципе, не будем здесь задерживаться, потому что денег у меня как бы нету. Давайте, кстати, съездим, во-первых, в банк, нужно платить налоги, потому что я пару дней не играл на Радмире. Очень хорошо, когда, пацаны, я серии заранее записываю, они выходят стабильно. А так по Радмиру не было 2 дня серии, понимаете? 2 дня не было серии по Радмиру. И поэтому нужно как-то наперед снимать серию, потому что я не успеваю. Я, честно говоря, думал, что будет обновление какое-то связано с Хэллоуином. Возможно, его зальют сегодня, либо завтра. Просто, блин, я думал, типа, я вообще не знаю, когда Хэллоуин. Напишите в комментариях, сегодня, либо завтра, либо когда вообще. Потому что я серьезно без понятия. Так, список счетов основной. Давайте посмотрим баланс. 74 тысячи у нас есть. Отлично. Так, давайте заплатим за дом на 4 дня. Так, и потом заплатим за гараж. Да, у меня есть что-то из гараж. По-моему, в предыдущей серии его показывал. Все, теперь можно спокойно ехать и наваливать на нашем мотоцикле. Так, я решил, что нам нужно поехать именно на трек, потому что здесь можно будет нормально таки погонять. Здесь хоть не перекрыто, я просто не вижу, по-моему. Нет, здесь не перекрыто, отлично. Потому что у нас по катушке, пацаны, я еще на мотике, на гоночном треке не ездил. Давайте выключим интерфейс, чтобы его не было видно. И давайте погоняем. Так, давайте погоняем на мотике по гоночному треку. Я думаю, такого еще никто не делал. Серьезно, вот на машинах я ездил на гоночном треке, а вот на мотоцикле, на нем быстрее, интересно, можно проехать или нет. Если да, то, блин, это довольно-таки круто. Потому что мотик это хорошая тема. Да, я все равно больше люблю машины, но мотик это тоже прикольная тема, на которой можно поездить, поугарать, покататься, повыебываться, погоняться. Ну, короче, вы поняли. Да, у меня не самый быстрый мотоцикл, который может быть на Радмире, но все же, за свои деньги он просто идеальный, я вот так думаю. Потому что можно ездить вдвоем. Он довольно-таки быстрый, он едет, по-моему, 160 км. Хотя Хаябуса, которая стоит лям 200, она едет медленнее, чем этот мотоцикл. А этот мотоцикл я купил всего лишь за 300 тысяч. То есть можно было бы купить 4 таких мотоцикла, как Хаябуса. Ну, за цену Хаябуса, вот Хаябуса стоит лям 200. За эти деньги можно было купить вот 4 таких мотоцикла. И он очень прорисованный, очень классная моделька. И мне реально по кайфу нам ездить. Я Феррари вообще не трогаю, она в гараже стоит. Я езжу только на вот этом мотоцикле. Так, давайте попробуем на дебах поездить. На нем трудновато на дебах ездить, я вам скажу. Я не знаю, что это за моделька, но на нем реально трудно. Реально на нем трудно очень ехать на дебах. Прям реально очень трудно. Не реально трудно, но стоп. Мы сделаем. Оп, 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 оп. О, молодец, сельский дедушка. Вот это я понимаю. Ездун. Просто ездок от бога. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.